В хорошем хадисе, где говорится о том, что когда кто-либо из вас ложится спать, шайтан завязывает 3 узла на его затылке. Не так ли? Он дует на них всю ночь, приговаривая: «Спи, ночь очень длинная, расслабься». Субханалла. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Когда кто-либо из вас просыпается и говорит «Субханалла», один узел развязывается. Когда вы идете и берете омовение, развязывается второй узел. А когда вы совершаете молитву, развязывается третий узел. И шайтан не имеет над вами власти в этот день. И от вашего тела исходит приятный запах. А тем же, кто спит, шайтан мочится в ухо. И когда они просыпаются, они бывают сбитыми с толку. В этот день шайтан имеет над ними власть, и от их тел исходит неприятный запах.